«Чудо дети в чудо стране». Двухлетнего ребенка приглашают на обучение в лучшие школы Англии. Малыш научился читать и писать еще в 10 месяцев, причем самостоятельно. А когда мальчику исполнилось полтора года, он уже мог показать любое из 195 государств на карте мира. Малыш прекрасно разбирается в технике и активно пользуется планшетником.